Работает информационная служба канала RTVI, в студии Сергей Кения. Здравствуйте. Итак, сейчас в мире. Мир на грани войны. На востоке Украины второй день идут самые серьезные за последние месяцы столкновения между военными и сепаратистами. Стороны обвиняют друг друга в нарушении минских договоренностей. Бои ведутся вблизи поселка Мариенко, расположенного в 20 километрах от Донецка. Власти США уже возложили ответственность за обострение ситуации на Россию. А по мнению Москвы, определить, кем нарушаются минские договоренности, должна миссия ОБСЕ. Моя коллега Нина Шамуги продолжит тему. Верховная Рада приняла закон о вводе иностранных войск в Украину. В пояснительной записке к документу говорится, допуск контингенту будет предоставлен, если они выполняют операции по поддержанию мира и безопасности на основании решений ООН или ЕС. Собственно, зачем нужен сам этот закон, пояснил украинский президент. И в той же час сберегается... Сохраняется колоссальная угроза возобновления широкомасштабных боевых действий. На территории Украины дислоцированы 14 батальонных тактических групп общей численностью более 9 тысяч военнослужащих. Концентрация российских военнослужащих около государственной границы наполовину больше, чем год назад. Украинские военные должны быть готовы как к возобновлению наступления противника в Донбассе, так и к полномасштабному вторжению на всей протяженности границы с Россией. Мы должны быть по-настоящему готовы к этому. Выступление Порошенко в Верховной Раде состоялось через день после того, как украинская армия вступила с пророссийскими сепаратистами в самые ожесточенные бои за последние месяцы. Эпицентр военных действий – поселок Мариенко, расположенный в 20 километрах от центра Донецка. По данным ОБСЕ, 5 украинских солдат были убиты, около 40 получили ранения. СМИ сообщают и о потерях в рядах сепаратистов. Из-за возобновления боевых действий есть жертвы среди мирных жителей. Под Луганском под обстрел попал легковой автомобиль, в котором ехали 2 пенсионера. Оба погибли. В ЕС заговорили о нарушении перемирия. По нашему мнению, вчерашние бои вокруг Мариенки около Донецка на востоке Украины являются крупнейшим нарушением прекращения огня, то есть Минских соглашений. Эта эскалация привела к передвижению тяжелого вооружения к линии соприкосновения. И это грозит запустить новую спираль насилия и человеческих страданий. К немедленному прекращению огня в Донбассе призывают практически все европейские дипломаты. А в Германии не только обратились к сторонам конфликта с призывом придерживаться Минских соглашений, но и нашли сторону, которая может урегулировать ситуацию в одночасье. ФРГ сделает все, чтобы войти в контакт с российской стороной как можно быстрее. Нам нужно удостовериться в том, что Москва посылает сепаратистам сигнал к прекращению огня. Нам нужны гарантии, что режим перемирия будет восстановлен как можно скорее. А все стороны, особенно сепаратисты, ответственные за нарушение перемирия вчера вечером, должны вернуться к соблюдению минских договоренностей. Германскому дипломату ответил его российский коллега. К сожалению, линия на подчинении судеб целых народов односторонним геополитическим замыслам привела к тяжелому внутреннему кризису на Украине. Минские договоренности 12 февраля находятся под постоянной угрозой срыва из-за действий киевских властей, пытающихся уйти от своих обязательств по налаживанию прямого диалога с Донбассом. Киев дестабилизирует ситуацию в Донбассе. Нарушение минских договоренностей налицо. Это позиция Кремля. Пресс-секретарь президента России уличил украинские власти и в провоцировании новых столкновений на Востоке. Цель, по мнению Дмитрия Пескова, оказать давление на Евросоюз, который в ближайшее время должен принять решение по вопросу о продлении санкций против России. Кроме того, в Москве считают, что вооруженные силы Украины нагнетают напряженность в преддверии саммита Большой Семерки в Германии. Нина Шамуги, RTVI. Продолжаем выпуск. Россия не представляет военной угрозы ни для одной из стран НАТО. Так считает генсек Альянса Йенс Столтенберг. По его словам, Брюссель наблюдает большую непредсказуемость, неопределенность и растущую тревогу, но не более. Другой точки зрения придерживаются эксперты Королевского института международных отношений в Лондоне. В своем докладе они предупредили об угрозе прямого столкновения между Россией и европейскими государствами, причем не исключили использование Москвой ядерного оружия. Нарушение порядка, установившегося после распада Советского Союза, может поставить под угрозу существование Евросоюза и НАТО, считают британские эксперты. В связи с этим они призывают страны Запада вооружаться, чтобы противостоять политике Владимира Путина. Отмечу, что после встречи со Столтенбергом 19 мая глава российского МИДа Сергей Лавров подчеркнул, курс НАТО на наращивание военного присутствия вблизи границ России провоцирует конфронтацию, подрывая всю систему евроатлантической безопасности.
В президентскую гонку США включился еще один республиканец, экс-губернатор Техаса Рик Перри. «Это будут выборы дела, а не обещания», – заявил американский политик. Перри стал 10-м представителем партии слонов, заявившим о своих президентских амбициях. И прежде чем вступить в борьбу за Белый дом, ему предстоит принять участие во внутрипартийных праймерис, которые определят имя кандидата от республиканцев. В числе серьезных конкурентов – бывший губернатор Флориды Джеб Буш. Он, как ожидается, объявит о своем участии в выборах 15 июня. Вот фаворитом в лагере демократов считается экс-госсекретарь и бывшая первая леди США Хиллари Клинтон. Предвыборный митинг турецкой прокурдской народно-демократической партии обернулся беспорядками. Акция в городе Эрзурум на востоке страны, где значительную часть населения составляют этнические курды, вызвала протест ультранационалистов. Полиции пришлось вмешаться. Для разгона демонстрантов стражи порядка применили водометы и слезоточивый газ. В народно-демократической партии заявляют, что перед парламентскими выборами их представители не раз подвергались нападениям. В свою очередь, турецкие праворадикалы обвиняют НДП в связях с сепаратистской рабочей партией Курдистана. Она на протяжении 3 десятилетий боролась за отделение от Турции юго-восточных районов. Около 100 человек стали жертвами мощного взрыва на автозаправочной станции в столице Ганы, городе Акра. Трагедия произошла во время сильного ливня и последовавшего за ним наводнения. Местные жители пытались укрыться на территории АЗС, где произошло возгорание. Из-за проливного дождя пожарные бригады долгое время не могли прибыть на место происшествия. Многие районы города оказались подтопленными. Итак, это были все новости, о которых мы успели рассказать вам к этому часу, о развитии событий в следующих выпусках у моих коллег. А у меня на этом все. Я прощаюсь с вами до завтра. Всего вам самого доброго.